Всем привет, ребята! Вы на канале Sober Vision. И сегодня я вам покажу охоту винаторов. Ну как охоту? Охотятся они в основном ночью, поэтому этот процесс тяжело заснять. А я вам покажу, как они нападали на туркменских тараканов в своем гнезде. Ну и расскажу о том, как они поживают в своем новом формикарии. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Спасибо, приятного просмотра. Итак, после заселения со временем они вынесли весь субстрат. В общем, мои старания, направленные на оборудование и гнезда субстратом, были напрасны. Кроме этого, они начали закладывать субстратом вход. Видимо, какие-то природные инстинкты. Такое я видел и у мессеров, и у альбаспарсусов, и даже у всех любимых огненных муравьев. Но не в таком виде. У них вход закладывался частично. Винаторы же заложили вход полностью. Вторая хорошая новость. У муравьев появились яйца. Конкретно у них 4 яйца. Но вот макросъемки не получилось. Потому что каждый раз, когда я пытался снять их расплод, они их тщательно закрывали. Прям ложились грудью на них, не давая снимать их на камеру. Давайте перейдем к охоте. У меня получилось заснять 2 нападения винаторов на тараканов. Ну или тараканов на них, так как все действия происходят в гнезде. В первом случае таракан залез в первую комнату и выбрал следующую тактику. Он понял, что совершил большую ошибку и решил просто затаиться. Выбежавший охотник сделал вид, что не замечал таракана, ну или он реально его не заметил. И все было бы хорошо, может даже таракан смог бы убежать, но любопытство его сгубило. Он засунул свой ус в камеру с винаторами и был схвачен за этот ус, но успел вырваться. Дальше был продолжительный ритуальный танец с потрясыванием брюшка. Затем элегантный охотник прицеливался, типа думал, как бы лучше схватить эту жертву. И дальше также аккуратно схватил таракана и очень элегантно его ужалил. После этого таракан был перетащен в гнездо, и там он получил второе жало. Ну а после вся семья приступила к трапезе. Вторая так называемая охота была также в гнезде. Только тут дерзкий таракан проник в самое логово убийц, за что получил одновременно 2 жала с 2 сторон. Все-таки, как элегантно эти муравьи убивают свои жертвы. Все это сочетается с необычным внешним видом этих красавцев. Ну а на сегодня все. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться, поставить лайк и до новых встреч. Всем пока-пока!